предал свою настоящую любовь. Последствия всю жизнь как мозоль. Способен ли я раскаяться, искупить грех, покаяться? Мое беспутное детство и юность назвать счастливыми глупость. Зато теперь в свои зрелые годы могу наслаждаться красками природы. Могу посещать престижные приемы в высшем обществе, которые знакомы. Посещать оперные премьеры в Италии, вести с друзьями дискуссии по Италии. Импрессионистов, не за демократов, не за коммунистов. Знаю эти мои 30 серебряников власта, которые получил за предательство разума. Жизнь теперь как мозоль. Самый момент раскаяться, искупить свои грехи, покаяться.